В 2022 году в округе было запланировано устройство уличного освещения по двум адресам – город Ивантеевка, улица Толмачева, и в селе Ельдигино, улица Толстякова поля. 12 декабря была завершена установка линий освещения в Ельдигино. Напомним, на портале «Добродел» проходит ежегодное голосование по выбору улиц для строительства уличного освещения. По результатам голосования объекты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в проект «Светлый город». От решений жителей Пушкинского зависит, по каким адресам будет реализована программа на нашей территории. В 2023 году планируется реализация проекта еще по 11 адресам округа.